Это было давно, лет, может, 40 назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, увидел птицу. От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать, непременно бросится он в погоню. Берегись, тогда живая душа. Я догнал птицу в борозде, и слепой от погони охотничьей страсти захлестал ее сырым удилищем. Много уже лет живую и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли. Но отчего же? Почему же? Как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце, и снова навалится на меня одно застарелое мучение. Зачем я убил коростеля? Зачем? Читайте книги Виктора Петровича Астафьева. Они учат думать над своими поступками, оставляют в наших душах нежные царапинки добра, милосердия, сострадания, любви к родному краю и братьям нашим меньшим. От его рассказов зорче становятся наши глаза и сердца.